Итак, всем привет, друзья. Мы продолжаем играть на шоколадном сервере. Это у нас не помню, какая по счету там. Да, неважно, короче. Как видите, я купил себе машину, и теперь я могу ездить. И вы, наверное, удивились, то, что у меня другой голос. Вы думаете, что это за чел какой-то видео делает. Где этот Влад? Или у него другой голос? Да-да, у меня другой голос, потому что... У меня другая звуковая. Ну, короче, купил себе звуковую карту, если честно. Вот, та моя, которая у меня была встроена в материнскую плату, она была ужасная просто. И мне пришлось пожертвовать деньгами, чтобы ее купить. Потому что реально звук был очень ужасный, если честно. Ну, наверное, то. Кто-то, может быть, пофиг кому-то было, то, что такой звук. Кто-то смотрел, кому-то нравилось, но мне не понравилось, поэтому я решил себе купить нормальное оборудование. Ну, не крутое, конечно, но просто купил звуковую карту и нормально. Думаю, теперь нормально. Тем более, это первое мое видео с новой этой звуковой картой, поэтому я пока еще с ней осваиваюсь. Так что, может, там есть какие-то помехи, то можете писать в комментариях. Так что я буду еще разбираться в ней. Так что вот. Поэтому ждите, еще будут видео нормальные, теперь уже все окей. Вот, так что я пока сейчас один, как видите, Паши нету. И теперь мы поедем, короче, не знаю, покатаемся. Обычный день, короче, сампи, чуваки. И сейчас мы, короче, максималку врубим, потому что я, как всегда, как бич какой-то без ну, короче, у меня там ограничение стояло, потому что я забыл врубить. Ладно, короче, чуваки, сейчас мы чакру включим фары, а то это же надо все делать правильно, чтобы не арестовали там нас. Все по правилам надо, все по сампу делать. Ну, по РП, короче. Вы удивитесь, то, что у меня что-то там очень мало денег стало, было там лям. Ну, короче, такие дела, то, что все в казино проиграли с Пашей там. На последние деньги вообще на однорукого бандита сходили. Потому что, ну, короче, непруха у нас была на казино. Потому что мы начали просирать. Ну, не повезло, короче. Вот. Ну, это рандом. Кто-то мне еще в ВК писал, то, что дай денег там. Ну, видите, у меня, чуваки, у меня денег нету. Были бы деньги, я бы дал там, раздал бы немножечко. Потому что у меня, ну, как видите, мало денег, так что в ВК не пишите там. Сами видите, какой у меня сейчас это кризис. Так что вот. Ладно, так. Что мы там будем делать, я пока не знаю. Ну, давайте там в мэрию сходим, посмотрим, что там, да как, какие дела. Давно я что-то в мэрии не был, не играл. Скоро мой перс разбанится, кто знает, там Влад Аткин, потому что его забанили там. Ну, что-то залагало немножечко, не знаю, это сервер, ну, что-то. Вот, опять что-то залагал, дыши, что такое-то. Блин, опять залагал, ну, блин, что это за фигня-то, вообще непонятно. Ладно, будет бомж какой-то бегать, ну, блин, если его раздавлю, то мне еще его кикнут. Не хочу этого, не хочу. Ой, ё-моё. Так, скорая помощь. Жалко, скорая помощь не может чинить тачки. Вот это самое обидное, чуваки. Он за мной преследует или чё? Так, ой-ой-ой. Так. Осторожно, чувак, ты чё? Блин, там ДТП. Всегда на Advance такая фигня, то что, блин, всегда кого-то подрезают. Не убрано тут, мотоцикл не припарковали правильно. Так, какой-то ещё чё хочет меня, наверное. Ой, уйди, уйди. Так, может, надо устроимся на работу, потому что я бомжую, как вы видите. Безработный такой, блин, что-то лагает, чуваки, не знаю. ППС просел, что-то. Это очень странно, чуваки. Первый раз мне такой, не знаю, что это. Может, со звуковой карты, хотя хер его знает. Вроде все норм. То есть, ладно. Короче. И это не важно, то, что они там делают. Итак, заходим в мэрию. Я уже 10 левел, как видите, потому что я его качал, чара этого. Я вообще не знаю, кем работать. Да-да, меня все равно захочу. А, не будем читать, это неинтересно вообще, чуваки. Так, ну, блин, какая профессия актуальна? Я думаю, это пожарный, потому что, как сказать вам, там можно деньги получать. О, давайте возьмем. Я вот как раз взял пожарного. Начать рабочий день можно и приехал на пожарную часть в вашем городе. ГПС, короче, все нам
скажет и покажет. Ладно, сейчас мы идем, короче, потому что надо зарабатывать деньги. Как вы видите, у меня очень мало денег, а в казино я могу... У меня только один шанс. Один шанс, то что... Ой, нифига, я забыл свою тачку закрыть. Пец. И еще, блин, выключить, а мне повезло. Так. Что я залип? Ладно, мы едем. Едем на свою новую работу. Теперь у нас работа не казино, а работа пожарного. Будем честным трудом зарабатывать. Так, где у нас пожарная часть? Вот это на красный кристалл бы я его назвал. Не знаю, что это, по как он выглядит, но мое мнение, это красный кристалл какой-то. Так, блин, а где он находится? А, вот тут. Насчет бизнеса, я не знаю, может мне бизнес купить. Но у меня денег, конечно, маловато, поэтому... Поэтому, блин, я не знаю, были бы у меня 5к. Вот я думаю тоже, были, вот нормально у меня были деньги на моем персе и, блин, на этом. Нафига я их просрал? Так, работа пожарного. Так, работа пожарного, это интересно. Функция доступна только для пожарного. Ага. Чтобы выйти на работу, сядьте в любую свободную пожарную машину. Нажмите «Да». А как форму одеть? Может, не надо. Ну, я пожарный. Значит, может, у меня форма оденется? Для того, чтобы начать работать, нажмите «Два». Лос-Сантос, конечно. О, я стал этим пожарным. То есть, как-то он мгновенно переоделся. Я не знаю, как это он так сделал. Это у него на скилл такой-то. И он переоделся. Ждите сообщения диспетчеров. Окей. Так, надо камеру. Они что-то в меня стреляли, мне показалось, или... Так, я не знаю, как этой фигней управлять. Вот лестница, я не знаю, можно ли как-то управлять. Так, чтобы завершить, значит, обучение, может, их сильно... Так, ну я уже включил. То, что нам остается, короче, чуваки, ждать заказа, как я понял. А сейчас, я не знаю, мы покатаемся по городу. Вдруг мы увидим какой-то пожар и потушим его, и нам дадут какой-нибудь бонус, потому что, я не знаю, может, какие-то всякие прелести тут есть на Advance. Я передал преступника. Где у него преступник был? Так, автобусники, как всегда. Говорят, пожарная очень хорошая профессия, то есть финансовая. Много можно заработать, но что-то я заказов не вижу, может, это зависит, не знаю, в каком городе. В Лос-Антосе по-любому должны быть пожары, потому что это активный город, и тут много бомжей, много людей, поэтому, блин, тут по-любому должна быть какая-то заваруха. Так, давайте, может, на рез бомжей там кого-то потушим, вдруг там кто-то загорелся, у кого-то бомбит. Ой-ой-ой, так, все в порядке. Все, окей. Так, как видим, ситуация все нормальная. Тут бомжи бегают, таксисты стоят, ждут своих клиентов. Ну, ладно, поедем дальше, может, вдруг найдем что-то нормальное, такой заказ. Вдруг какой-то заказ у нас будет, ну, что-то я его пока не вижу. Так, ну, я вроде на двойку нажал, но... Ну, да, переоделся, тем более. А там какая-то была функция, ну, это, огнетушитель нарисован, как вы видели, да? И что-то... Ой, блин, я... Как я мог так сделать-то? Что-то врезался я и выключилась машина, ладно. Ладно, чуваки, ща. Так, оп, осторожненько. Поедем на грув, посмотрим, может, там что-то говорит. О, так. Радиостанция, там что-то можешь кого-то эфир будет просить, то есть интервью. Хотя это вряд ли. А, бомжи, вы чё? Ой, бомжи, грувы, вы чё, офигели? А-а-а, чуваки, что они творят? Вандалы, будут тушить свой пожар. Стой. А-а-а, блин. Нихера себе. Так, надо сматываться, это же гетто, чуваки. Нас тут порешают и отымеют. Вот что я могу сказать об гетто, потому что это плохой район только для настоящих подсков, потому что они тут решают, кому жить, кому нет.
ё-моё, они за мной едут, блин, чё мне делать, чуваки? Ладно, давайте я вернусь, короче, когда я найду свою тачку, но это будет очень долго, так что ждите. Итак, мы продолжаем играть, и как меня видите, таксист подвёз, спасибо тебе, дорогой таксист, что же без тебя делал? Ладно, так, мы едем искать заказ, как видите, мы один заказ просрали, потому что нас баллы завалили. Вообще где-то не буду ехать, если пожарным работаю, потому что вы видели, что произошло до того. Так что вот. Сейчас мы, короче, едем. Почему у меня эта херня болтается? Я не понимаю, как это убрать-то? Я не знаю, это в настройках, наверное, что-то сделал. Ладно, будем искать заказы, вдруг повезет нам. До того, как вы видели, меня завалили. То есть, нет, я же на паузу поставил. Так, ладно, сейчас мы найдем заказ. Думаю, что-то легенькое для нас будет, потому что мы первый раз пожарным играем. Ё-моё, чё-то. Так, поэтому сейчас подождем. Так, блин. Ой, чё это горит там? Вот, пожар. Чуваки, пожар, давайте потушим. Блин. А это же не пожар, это что-то огонь какой-то или факел. Так. Опа. Ну, что-то заказов, как видите, я не вижу. Блин. Давайте, может, урез поставим. Вот так, короче, станем. Вдруг кому-то там, у кого-то горячка. Горячка. Ой, вы видели это? Что? Что это было? Просто. Блин. Я не знаю, как это назвать, чуваки. Блин, опять мне ехать, короче. Это вообще просто пипец, чуваки. Ладно, кому-то нам понравилось, кому-то нет. Так что ставьте лайки, это мое первое видео пока с такими микро. Я пока буду тестить его, вдруг там что-то получше будет. Так что спасибо всем, кто смотрит, ставьте лайки, ждите, будут видео и стримы. Стрим я буду говорить, когда они будут, там, может, небольшое видео или ВК. Так что всем спасибо, кто смотрит, ставьте лайки. Скоро увидимся, всем пока.